Всем привет, с вами дядя Володя, не страшный, добрый вообще, охренеть как добрый. Ну и так, между делом, нашел-то я все-таки подножки, о которых говорил, что у меня их нету. Вот они, передние, есть, оказывается, я срамы их снял, вот так привязал, и они мне там в уголочке лежали с подножкой. Ну, подножка мне не нужна будет. Так, сегодня с утра снова рассматривал бак этот текущий. Почитал ваши комменты. Ну, ребята, ой. Сейчас я его сюда замоздю. Бляха. Ребят, как вы думаете, сколько тут литров? Ну, тут очень мало. Очень мало. Он никуда. На нем никуда не уедешь вообще. Этот пишите. Снять это. Все его облагородить. Яичко и попробовать поставить. Может быть, у меня такой был облагороженный. Я его купил, кстати, на Денисовой улице, прям там в металломе увидел, проезжал. Еще Дениса я не знал, приезжал к Денисову соседу Юпитера купить, и там через три дома смотрю, куча металлолома, и бак такой вот лежал уже обшпаклеванный, без ничего. За 50 рублей его купил. Потом я его кому-то подарил куда-то. Вот точно такой же. То есть, как бы, я представляю, как он выглядит без шильды, без негрипс. Ну что, вот так смотрим, да? Смотрим вот так. А теперь будем смотреть, вот этот бак поставим. Посмотрим угол поворота. На каком баке больше. Короче, вот так вот руль оставляю. Видите, зазорчик. Все, он тут вроде как не шевелится. Сейчас аккуратно снимаю бак и ставлю вот этот. И смотрим, встанет ли он и будет ли вот на этом баке зазор вот в этом месте больше или меньше. Посмотрим. Ну, что тут получается? Ни хрена не получается. Этот бак, короче, вон там уже в перо уперся, видите, в перо. А здесь он еще даже не дошел до своего, вот он, болтик, видите. Еще сантиметра полтора ему надо бы вперед. Но, увы, уже он там в упоре. Как бы этот бак, ну никак. ПСовский, скорее всего, подойдет. ПСовские баки мне нравятся. Вот этот горб, который спереди, вообще я их обожаю, ПСовские баки. Но у меня его нету, ПСовского бака. Если найду ПСовский, то можно его, конечно, попробовать сюда примастерить. Как бы я не против. Ну, а Чизетовский тоже мне нравился. Сейчас вонзю, покажу. Но уж мал объем у него запаса. Это где-то надо будет в полях прикапывать. Схрон какой-то. Схрон делать. Так бы он, конечно. Так он, вот он для меня самый интересный здесь. Вообще. И поворачивался руль бы еще намного больше. И вообще было бы интересно. Интересный мацарик получается. Необычный. Ну, не знаю. Не знаю. Прям такой интересный сразу. Бардачки я снимать не буду, вы мне там пишите. Нет, они мне нужны. Будет аккумулятор там стоять, в другом будет там зип лежать определенный. А обрезать раму, облегчать на 5 килограмм, как бы мне это, я лучше сам похудею на 10, и для меня полезно, и как бы лохматить тут будет ничего не надо. Вот это не сильно утяжелило, кто писал там. Зато я смогу в любой момент придумать себе такое занятие, как подцепить колясочку и попробовать прокатиться с ею. Ну, вот так вот. Пишите. Рад с вами общаться. Всем спасибо, всем пока.